Сәлем алейкум, сәйгүлсі әрчелер, хабарлер вақты келді. Бұқының әсас әдеселеріні ақында бізім ұқберлеріміз тарих әдем. Бүгін программада. Керич Боғазында уникаль мөдеслік операциясынан соңқы үшлері башланды. Құрымны Невбетеке Кере Русия Федерация Четел үшлер назырлігінің ресми векілі Мария Захарова зерет атты. Жемиет палатасында жұмхуретті девлет тілері ведегер тілер оғрын үлі вақта қанун лейхасы музыкеретілді. Бұтын ярмадамыз алма қоқой қырымда бұм иваның ән лезетлі чешітлеріні топлап башладылар. Керич Боғазында уникаль мөдеслік операциясының соңқы үшлері башланды. Құрым көпірінің чоқ тонналық кемеріні теремелер үстіне тіклейлер, 35 метрлік юксеклікте іш құйымжи ішіні андыран, гигант иншаат ет қызылуыны вегерлештірілуыны миллионлар жинсанлар көзеттілер. Мұнда әршей үл кере бежерілі. Әвелері құрджылар сувдан бойлы бұйық юклеріні үйчбір вақыт ташымаған әділер. Үйчбір вақыт юкны сувдан бойлы юксеклікке көтермеген әділер. Уникаль деніз операциясы әнді тарихқа кірді. Вемуэндислер үйчін дерсліклерге кірсетілежек. Уникальный мост, уникальные опоры, соответственно, уникальный участок, русловая, фарватер. То есть русловые опоры и, соответственно, арочные пролетные строения. То есть здесь нет типовых решений. К каждому конструктиву подходили индивидуально, как проектировщики, так и строители. Конечно, я горд, что участвую на такой глобальной масштабной стройке, то есть не только для России, а именно во всем мире это уникальный объект. Эсаплар хуруджылық векемерлер ташылывы мемлекетінің ән гузел алемлері бенглер жемуэндислер, денізжелер ве хуруджылар чалыштылар. Деніз үчін яратылған гигант деталлеріні бір ел девамында Керич Боғазында топладылар. Оларны денізден кереклі ерге кетірмек ве фарватер теремлерге ерлештірмек да ағыр олды. Приходилось все время выкручиваться, то есть находить какие-то там решения технические и другие, как процесс этот ускорить. Проявлять все время смекалку, потому что здесь очень сложно было именно бороться с погодными условиями. Демир йол кемері язының соңында өз ерні алды. О вақыт бұйышны 72 саат девамында бежерділер. Араба йол кемері түрмелерге ерлештілуі 2 суткадан аз вақыт алды. О демир йол кемерінден 1 тоннаға енгілже. Керич Боғазында вақтынша тоқтатылған кемелер қатынауы енді бүгін кенеде ашылды. Конечно, с первой морской операции мы получили какой-то опыт. И уже когда сплав арки пошел автомобильный, уже вот эти нюансы мы все учли, и, конечно, это помогло, то есть нам быстрее смонтировать пролетное строение. Екі кемер ерлештірілігі бұ мұрекеп іштір, амма бұ сонки вазифеде гіл. Ишлер девам әйтеве Хырым көпірінің екі тарафындан да құрыджылық геджі күндіз кете. Біяз кемеріні Русиялі Хырымның яны тимсалі деп адланмақ мүмкін. Оларыны башқаларынен адаштырмасын. Олар ұзақтан көріне. Мухаммед Зикиреев, Миллет үчін. Құрымның Невбетеке Кере Русия Федерация Четел үшлер назырлігінің ресми векілі Мария Захарова зерет әтті. Ақмежетте журналистлерінің суалеріне жева бергенде, о Құрым журналистлері үшін оғын штаб квартирасы или телекопюр тәшкіл әтілігі бойынша өз планлары ақта хабер әтті. Есть такая идея сделать телемост, ну уж приоткрою секрет, со штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Почему нет? Столько раз слово «Крым» говорилось на площадке ООН, что мне кажется, будет правильно, если у вас будет возможность пообщаться напрямую с кем-то оттуда, с журналистами или с общественными организациями. Мария Захарова МДХ әтті ке Қырымға оны Қырым сәкенлері давет әткенлері үшін келе. Дипломат итираф әтті ке Қырымда диққатқа найл олған ерлер арасында оны зия деже Воронцов сарайы айретте қалдырды. Я была в Воронцовском дворце. Я не могу сказать, что это любимое место, но я была потрясена. У меня просто один из любимых, я не могу сказать, что цветков, но растение – это глициния. И там вот эти вот заросли глицинии, море, сам дворец, который построен, я даже не могу сказать, это какое-то соединение стилей,
и парк. Я вообще люблю все, что связано с садом. Мне это мне очень нравится. Ахмеджитнан Киев район махкемесы Русиеде яса хытылген Хизбут Тахрир Аль-Ислами тешкілят болгесынын 6 азасыны 2 айға апске алды. Махкеме малюматына көре 1 айве 28 күнлік мүддетке Қырымда бұндан эвел яқаланған Сиран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зикирияев, Марлен Асанов, Эрнест Аметов, Мамет Белялов апске алындылар. Эпісі штракчилер Русия Федерациясының қануларына бинаен террористик деп танылған тешкілятының фаалетінде иштырак етувде қабатланалар. Бүгін ішкі ішлер назырлығы Краснодар университеті Қырым филиалының курсантлары Ақмешжетінің эсас мейданында ілк сефер ант еттілер. Бұ болюк 3 ай девамында яратылды. Анда әр бір істеген кіріп олама істегенлер қатты сайлавдан кештілер. Мейданда кележекте лейтенант олажақлар янында, дүлбер қызлар янында әр бір курсант Русия анаясасы бойынша яшамаға қануны қорчаламаға ант етті. Это мероприятие торжественное, это незабываемое событие для курсантов, для их родителей, вообще всех зрителей. Вот оно поднимает патриотизм. Джимаат палатасында Джумхуриетте девлет тілері ве дегер тілер огренілуі ақта қанун лейхасы музыкер етілді. Вет тілер огренілмесі үшін эпісі шаретлері яратмақ, емді девлет Қырым татар яда Украин тілері сонкы 7-8 дерслер оларақ огренілмесіні юқ өтмек ақта қарар алынды. Емді топонимика меселесі көтірілді. Тәсілетлер ле мұхбірмі Сәлеме Кайбулаева. Девлет тілерінің вемели азлықлар тілерінің огрен әлмесі ең чок музыкер етілген суал олды. Джематчилер бір-бірі артындан оз тәкліфлеріні сесілендірді лер. Меселя, Инкишав джемат ешкелетінің президенті, Русия президенті огінде милетлер арамына себетлері бойынша шураның азасы Эскендер Белялов, Қырым татар тілі күннің соңында огрен әлгені или хошнут олғанына білдірді. Он проходит или факультативно, или в кружках. Если даже урок, то последним уроком, когда другие дети должны идти отдыхать, гулять, а наши дети крымско-татарского народа должны после 5 урока 45 минут погулять и идти 7 уроком изучать его. Я думаю, это неправильно, это несправедливо. Қырымның джемат палатасы Джумхуриетте девлет тілер бойынша қанун лейхасына базы дәңгішмелер азырлады. Бұ қарарына олар бір ағыздан қабыл еттілер. Қырым татар тілінің инкишафы ве сақланылуы ярмадыда бұйық әмейетледір. Ве оның огренілуіне девлет тілі огренілуіне кібі айрыжа янашмақ керек. Те рекомендации, которые сделаны Совету министров, Министерству образования, чтобы они выработали и порядок, и предусмотрели, каким образом это решать, то ли это количество часов, то ли это в сетку как-то вводить, и другие какие-то рекомендации, они как раз таки означают, что законодательный орган, Государственный совет должен их рассмотреть и в установленном порядке принять по ним решение. В свою очередь государство в лице властей Республики Крым должно обеспечить всем желающим изучать государственные языки этими возможностями. Должны быть и школы построены, и учебники изданы, и учителя подготовлены, и все, что с этим связано. Узне ветінде девлет милетлер аракомитетінің рейсі Заур Смирнов қайдетті кей тілер огренілмесі Русия Федерациясының девлет тілі огренілуіне кедер етмемек керек. Ве оқув мойсеселерінде рус, қырым, татар ве украин тілері істегі іле огренілмек керек. Мы должны обеспечить всем такие возможности, при которых дети смогут его изучать как родной язык, но обязательно, конечно, на добровольной основе. И те факты, которые говорят о том, что в определенных школах данные уроки каким-то образом смещены во временном промежутке, либо в расписании, в том виде, при котором они затрудняют его изучение, то я думаю, это уже мы можем своими силами регламентировать на уровне министерство вырабатывать какие-то методические рекомендации таким образом, чтобы это было удобно для детей. Джемиет палатасында топонимиканың ғайрыдан тікленілуіне деді қат айырдылар. Бұл суал ярмады дайынды чоқтан музыкер етіле. Бүгін топланғанлар көй вешерлерге тарихи адылар қайтарылмасына қол тұттылар. Бұның үшін әнді малюмат да азыр. Малюмат нешірінің мойлифы Девле Думаме бұсы Руслан Бальбекола. Каждое из этих названий, оно написано именно так, как оно должно звучать. Как должно звучать, к какому населенному пункту оно относится. Мы считаем, что это тот именно справочник, тот именно документ, который воспроизвел точное название географических объектов, которые существовали до их переименования.
Крым көйлерінің тарихи адылары серлевалы малымат нешыры Крым өндеслік педагогика университетінің ілми шурасы иле ойғынлаштырылды. Джемачылар көйлерінің кірішлерінде веч қышларында тарихи адыларыны көрмеге естегенлеріні білдірділер. Алиме Кайбулаева, Иван Евдокимов, Миллет үчін. Бүгін Девлет Милетлер Ара Комитетінде федераль мақсатлы программанын құрудылық объектлері амелге кечірлігі бойынша әр афта олып кечкен топлашуф кечірілді. Топлашуфда құруджи шыркетлерінің ел башчылары бежірілген ішінің нетижелерін шығардылар. Бұл сене эксплуатацияға кірсетілген құруджылық объектлерді музыкер етілді. Құруджылар план бойынша іш туталар ве бөле топлашулар объектлерде пайда болған мәселелерін шешмеге ярдым ете дейлер. Без отставания идут. Это детский сад на Фонтанах. И сегодня, в принципе, тоже к нему уже подтягивается тот объект, это детский сад в Луговом. То есть мы подрядчику тоже, скажем, со своей стороны благодарность определенно объявляем. Ну, и оказываем тоже содействие со всех сторон. Сейчас у нас в микрорайоне Фонтана идет внутренняя отделка, приступили, фасадная отделка. Чтобы уложиться в срок, делаем все возможное. 20 декабря 2017 года сдача объекта в эксплуатацию. Қарасу базарынан Сарысу қасабасында ерлешкен 4-нчы санлы мектеп осы 20 елығыны қайтытты. Концерт программасы дегірлі мұсафырлер. Бұларыны эпосыны ве башқа шайларыны тедбірінде көрмек мүмкін адам. Мектепнің тарихы ве онын шекілінуі Ақтаму Бірмес Айшы Шулаковын біле. 20 йыл девамында Қарасув базар мили мектебінде юзлер жемезунлар чықты. Бірінші сефер мектеп ось қапуларыны 97 сене ачты. О вақытлары анда 135 қыз ве оғлан оқыдылар. Мында текшер балары дегілді яқын ерлешкен көйлерді яшаған балаларды қатнамаға істейлер. Біз мектебіміз ең дүлбер, ең гүзел. Біз мен пексем... Везем мектеба мазна. У нас хорошие учителя, очень хорошая школа. Шымды окулер ақта қатыра фоторесімлерді сақлы. Эвелсі Моэсисе бала бақчасының бинасында ерлешкен еді. Бұл йыллар девамында милий мектеп адресіні екі кере деніштірді. Мектебіміз башта ескі бинада ерлешкен еді балалар бақчасының бинасында. Она бахмадан оджаларымызға әретнен чалышып, балларымызға урфадетлерімізіні оғыреттіп, она көресіз ойын бар ойын әлер, кеч тедбірлер, қырым бойынша сияғатларда болыналар. 2003 сенеде яңы бинаға көчтіп, Мектеп Крым татарлар топлу яшаған Сарысуф массивінде ерлеше. Бұл үш қатлы бина. Мында тедбірлер залы ве спорт салоны бар. Сынып одалары земаневи техника или донатылған ве туған тілде керекли нешірлер етерлі. Ең қиметлі мектебімізде әлбетте бұл оджалар. Бізім талебелеріміз, бізні қуандырған талебелеріміз, чүнкі олар... Ем яхшы оқымаға тұрышалар чоқсу, емде тәрбие тарафындан, демек, біз ұрф әдетлерімізні өгретеміз мектепте. Юбилей шерефіне мектепті концерт тешкіл олынды. Байрамда мектепнің бірінші мудері, оджалар, мезунлар, веталебелерінің сояқрабалары бұлындылар. Мұсафырлер мектеп леберлеріні, веталебелеріні қайрылай білділер. Біздің көңіліміз ревшен еді. Чүнкі 93 сенесінден соңыра, акимет бұл халқа бір мектеп етер деген дайын, дегер ерлерді мектеп аштырмамаға тұрышқанда, біз бір ел ішінде үш мектеп аштық. Мына бұл ташыланған мектеплерінің биналарыны йоқтан бар еттік. Шынды 4-нчы санлы Қарасув базар мектебінде 200-ден зияде талебе тәсіл ала. Мектебнің талебелері ве оджалары ұмыт әттелерге. Қарасув базар мектебі да чоқ юбилейлерге етер. Айша Шулакова, Аким Бекеров, Миллет үчін. Москва мұсафырханесінде әр сене кечірілген карьера, план, стратегия, этапы серлевалы форум олып кешті. Форум чершвесінде студентлер үчін лекциялар, субетлер ве тренинглер кечірілді. Мастер-классларда Қырым университетлерінің 200-ден зияде студентлері іштірак еттілер. Субет кетішатында бизнес или оғырашмақ бойынша актуал солер көтерілді. Ишні неден башламақ ве бизнесте муфақиетлі йолны насыл қазанмақ. Бұндан ғары муфақиетлі ве іш адамлары іштіракчілерге фаалетіні илерілетмек ве хобіні ішке чевірмек хүссетлеріні ақтатар.
Я очень рада, что посетила данное мероприятие, потому что в любом случае свою лепту такие мероприятия вносят. В связи с тем, что как бы, происходит большой демографический рост в нашей стране, происходит со временем нехватка рабочих мест, а также студенты, которые заканчивают университет, они не могут найти себе работу элементарно в этом. И также здесь происходит тренинг на тему личного роста, бизнес, индивидуальное предпринимательство. И студенты, они уже как бы в этом ориентированы, и если их это заинтересовывает, они узнают об этом дальше и после этого могут развиваться сами уже. Керли вют яни водопойная кой мектебанан талебесы Диана Ганиева, юный архивист, адлы умумрусе ильми тэтхэкэ ишлер конкурсында экэнджи дереже лауреат дипломынын сайбы олды. Он еды яшлы Диана туған ернын тарихынен чоқтан оғыраша. Шу себептен онын ильми ышынын мевзусы ватаны корчалыған койдышы Алексей Ждановның яшайшы олды. Кырмны бутын Русия конкурсында юксек севеде тақдим этмек үчін мезун ос ильми реберы Сильвие Апа Азовнен бера-берлікте буиш узерінде бір ел чалышта. Диана Ганиева юный архивист серлевалы Умумрусия конкурсында экінжі дереже лауреат дипломынан сайбы. Мы должны быть патриотами своей страны, знать прошлое. И актуальность данной темы состоит в том, что почему мне интересна эта тема, потому что наши ученики принимали участие в акции «Доброволец», где были приведены в порядок 4 могилы. Одна из могил была Жданова Алексея Кузьмича на мраморной плите, и меня заинтересовало, потому что их прошлое – это частица нас с вами, частица нашей сегодняшней жизни. Бутун ярымадамыз алма кокой. Кырымда бу мейванын эн лезетли чешетлеріні топлап башладылар. Ешіл, кырмызы, сары. Береке джиылуы бу буюк іштыр. Оны бізі мұхбіріміз Нариман Тарсинова украинды. Топлаған алмаларының бірінші қысымының мына бойле алып кетелер. Бұл умуми берекетнің кечек бір қысымыдыр. Бақчаларының кенешлеге айрете қалдыра. Эпіс алмаларыны джиіп чихмаға мүмкінді гүлдеп, білейсін. Амы мұнда команда чылыша. 200 инсан ве бұл тек алма джиғанлар. Оларының бір қысымы алмаларыны элеранен топлайлар. Оларының іші енгілді гүл. Алмаларыны джиіма кетірмек ве ән асасы ренк ве өлчу бойынша пайлаштырмақ керек. Яблоки сами по себе это очень как нежный продукт, с ними надо очень аккуратно, а самый вот фуджи, на них каждое пятнышко видно, каждую, ну вот нажим руки, ну и как и все фрукты, овощи любят нежно к ним всем подходить, с вниманием. Это жерка. Бу алма джеймах ичун механизм. Бу прогрессив технология сайла. Эки инсан это жерканын юхары хатында турып, тереклернын топелерінден алмаларны джиялар. Калганлары се алмаларны тюптен узелер. Мейвалар ренкве ольчу бойынша сортларға болелер. Бірінжі, генжі ве учунжі. Эмде эн юксек сорт бар. Бу эн ері алмалар. Егер алма ерге түшсе, бу хорхунчлы дагыл. Боле мевалардан шербет япыла. Біршеге ярмаған алмалар исе тарлада қалдырыла. Олар сонра кубреге чеверлелер. Сё сырасы алманын сорты оларның ольчусынен бағлы. Бұның ічін алма тереклері доғру бақылмақ керек. Алмалар бір көлемде олмасы ічін агрономлар эпісі инжеліклеріні білмек кереклер. Самое важное в уходе за любым растением – это любовь к этому растению. Важна и защита урожая, важен и полив, важная обрезка, то есть что-то конкретное выделить невозможно. Это как звенья цепи, цепляющиеся одно за другое. Топлаған алмалар фураға юкленіле, соны сеолар бұздолапларға сақланыла. Бұндан сон мейвалар сатылмақ үчін түканларға бешір бет япылмасы заводларда дарқатыла. Выехал паровозик, так называемый, здесь все разложено по сортам. То есть первый сорт, второй, третий – это НС. Сейчас подъедет каршик и будет выгружать все. Береке джиылуы буишнын сону дегіл. Тамчи суварылуы да чоқ вақыт девам әте. Алма қырымда эн сонки джиылған мейвадыр. Демек берекет мевсемы сонуна етті ветезден қыш келеджек. Бақчасырай районында Нариман Тарсинова, Виалишер Алимов, Миллет телеканалы. Более летний яйномас сонуна ята, ярын хаберлер авто программа снака черманас, МД базар куню ахшам саат секізде. Диқатыңызға Асан Абибулаев или рус тілінде хаберлер неделя программаса авалет ледек. Эфирде көрушкенже сағыттан қалыңыз.